обыски у бывших руководителей банка «Капитал». По словам генпрокурора Юрия Луценко, именно через этот банк экс-министр налогов и сборов Александр Клименко отмывал деньги для незаконного возмещения НДС. Всего военная прокуратура провела 25 обысков. Луценко написал, что одним из руководителей филиала банка был отец народного депутата от БПП, но имен не назвал.